Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Роман, и я рад вас приветствовать на канале Гинзу. Ну а если вы тут впервые, то обязательно спуститесь под ролик и подпишитесь, и следите за дальнейшим развитием видеоматериалов от компании Гинзу. И сегодняшний ролик будет посвящен обзору на портативную Bluetooth-колонку от компании Гинзу, модель GM889B. Выглядит она с вами вот так, поставляется вот в такую вот замечательную коробку. Давайте с вами обговорим сразу, кому будет интересна данная модель. Таким людям, например, как я. Почему? Да потому что я люблю путешествовать, ездить во всякие кемпинги, походы. В общем, обожаю активный отдых. И она идеально мне подойдет, поскольку в темное время суток приятно послушать свою любимую музыку. А со встроенной LED-подсветкой она еще добавок будет освещать ваш прекрасный лагерь. Помимо всего этого, данная колонка очень многофункциональна. Помимо LED-подсветки, ну и, соответственно, самой колонки, здесь имеется еще добавок и цветомузыка, которая у нас с вами будет играть при работе данной колонки. Вот мы ее сейчас с вами включим. Имеется у нас несколько режимов, вот видите, она переключается, поэтому может светиться не только белым цветом, но еще и другими разными цветами переливаться. Давайте с вами поговорим немного о технических характеристиках GM889B. Выходная мощность данной колонки у нас с вами 20 Вт. Здесь предустановлены два динамика. Один динамик мощностью 18 Вт, отвечающий за низкие и средние частоты. У него диаметр 7,62 сантиметра. И второй динамик у нас отвечающий за высокие частоты мощностью 2 Вт, диаметром 3,56 сантиметра. Касаемо синхронизации с вашими гаджетами, GM889B имеет на своем борту Bluetooth версии 4.2, поэтому вы с легкостью можете подключиться по беспроводной связи с данной колонкой и наслаждаться своими любимыми композициями. Помимо всего этого, здесь имеется встроенный аудиоплеер, который будет воспроизводить ваши любимые треки с внешних накопителей, такие как USB Flash. Имеется также разъем под подключение кабеля 3.5 джек на 3.5 джек AUX, и имеется встроенное радио FM, если вдруг вы оставили дома флешку и ваш гаджет, к примеру, сел, поэтому наслаждаться музыкой на природе вы также сможете. Помимо всего этого, данная колонка имеет очень стильный и качественный внешний вид. Стильный в плане того, то, что здесь имеются декоративные вставки из кожи, имеется удобный ремешок для переноски и транспортировки данной колонки, который, если он не нужен, то его можно снять. Но я этого сейчас делать не буду, потому что и так все очень красиво и удобно выглядит. Сама колонка выполнена из пластика, который имеет сверху прорезиненный слой, скажем так, soft touch. Центровина у нас выполнена из подсветки, такого матового прозрачного цвета. При ее включении вот у нас загорается подсветочка сразу. Подмечу то, что данную колонку можно использовать в качестве лампы и без включения звука. Достаточно просто нажать на кнопку, но не переключаться в режим цвета музыки. Чтобы войти в цвета музыку, нужно включить всю систему полностью. На верхней части у нас колонки расположились, ну, на верхней или же на боковой, смотря как ее поставить. Расположилась у нас сами система управления и всевозможные разъемы. Кнопка M-Mode, которая переключает режимы синхронизации с данной системой, которая у нас также отвечает за переключение режимов подсветки в RGB. Отдельная кнопка Play-Pause, пара кнопок, отвечающая за регулировку громкости, ну а также они будут отвечать за переключение треков или же радиоволн. Отдельная кнопка, которая у нас сами включает ту самую подсветку, механический ползунок вкл-выкл, разъем для провода micro-USB на USB, чтобы подзарядить данную систему, разъем USB для подключения внешнего флеш-накопителя и разъем AUX для подключения по проводной связи с вашими гаджетами. Но обо всем этом я уже вам сказал. Что касаемо автономности данной колонки GM889B, здесь предустановлен литий-ионный аккумулятор объемом 3000 мАч, который позволит проиграть данной системе до 8 часов. А заряжается она у нас с вами за 3-4 часа. Ну что,
Касаемо системы, мы вроде с вами обо всем поговорили. Единственное, хотел бы подметить еще вам технические характеристики в плане ее габаритов. У нас с вами 310 мм в ширину, 140 мм в высоту, 140 мм в глубину. И вес у нас ее составляет 1660 грамм. Легкая, но достаточно большая. Но если вы едете в кемпинг, то данная колонка идеально вам подойдет. Сейчас же предлагаю ее подключить и послушать, насколько качественно она играет. Приятного вам прослушивания. Товарищи, послушав GM889B, я надеюсь, вы сможете сделать определенные выводы касаемо данной системы. Сложно, конечно, говорить по видеозаписи, нужно послушать, естественно, вживую. Что касаемо моего личного мнения, играет она достаточно хорошо, средние, высокие и низкие частоты захватываются балансированно, все, в общем-таки, отлично. Но я бы взял бы данную колонку как минимум уже за счет того, что в ней есть просто звук, даже какой бы он ни был, и за счет того, что у нее есть вот такая вот крутая стильная подсветка, потому что, повторюсь еще раз, как человек, который путешествует постоянно в кемпинге, походы, мне такая колонка будет очень нужна, потому что я люблю наслаждаться музыкой, и я часто провожу время вечерами, сидя на лавочке, наблюдая там, к примеру, за прекрасными закатами, или же наблюдая за прекрасной природой. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Вы обязательно подпишитесь на наш канал и поставите лайк. Переходите на наш официальный сайт, ознакомьтесь с товарами от компании Ginzu. Все ссылки будут в описании под видео. И также хотел бы порекомендовать вам посетить нашу официальную страницу в Инстаграме. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо еще раз за ваш просмотр и всего вам доброго. До скорых встреч!